Китайский грузовой космический корабль 20 апреля успешно осуществил стыковку с основным модулем Тянхэ с космической станции, сообщили канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая. Эту информацию агентство Nazar News предоставило китайское агентство CCTV+. Тяньчжоу 3 5 часов 2 минуты в среду по пекинскому времени отстыковался от заднего порта основного модуля Тяньхэ, совершил облет, после чего произвел автоматическое сближение и стыковку с передним портом модуля в 9 часов 6 минут того же дня, уточнили в ведомстве. Отмечается, что Тяньхэ и Тяньчжоу 3 в настоящее время находятся в хорошем состоянии. Позже к основному модулю станции будут направлены грузовой корабль Тяньчжоу 4, пилотируемый корабль 6. Тяньчжоу 14 и лабораторный модуль Вентянь. Китай планирует к концу этого года завершить строительство своей космической станции, которая состоит из трех модулей и имеет Т-образную форму. Запуски грузового космического корабля Тяньчжоу 4, пилотируемого космического корабля Шэньчжоу 14, лабораторных модулей запланированы на май, июнь, июль и октябрь текущего года соответственно. Бахыт Кучманов, Акыл Уланбекулу, Nazar News.